Всем привет, с вами Швиля, и сегодня мы поговорим о такой теме, как скачать видео с контакта и с Ютуба без всяких там программ, без плагинов, то есть в два клика, ну там, в один-два клика, грубо говоря. То есть, я сделал такой анализ, у меня было видео, которое... Я делал, как скачать видео с Твича. А там, конечно, многие бомбили из-за какой-то программы, которую я нашел, которую очень много вирусов стоит. Поэтому мы делаем без программ. Просто в два клика. С помощью там определенных сайтов. Да? Поэтому, если ты не подписан, я делаю очень много полезных видео и прикольных. Советую тебе подписаться и поставить лайк. Все-таки я старался. Да? Поехали. Так, давайте начнем с контакта. Вот самое прикольное. Вот смотрите. Вот, да, любое видео, да, мои видеозаписи. Вот, например, ну, давайте там вот это, да. Смотрите, вот мы зашли в свои видео, да. Здесь смотрите, что нужно. Что нужно. Вот видите ВК, да. Перед ВК ставите М. Английскую. М. Точка. Точка. Вас, видите, перекидывает ваш плейлист, видеоплейлист, да? Здесь, смотрите, опять же, запускаем это видео, да? Вот, оно здесь запустилось. Ну, как бы, мы его чуть-чуть воспроизведем. Ставим паузу, нажимаем на него правой кнопкой и жмем «Сохранить видео как». Сохраняем. И оно как бы сохраняется, все. Единственное здесь, как я вам сейчас скажу, какие видео нельзя, да? Это вот, например, вот с Ютуба, добавлены видео с Ютуба, они как бы не сохраняются, так, видите? Вот. Ну, даже если она воспроизведется, вот это видео, да, оно так не сохранится, потому что это ютубовские видео. Поэтому есть... Я сегодня рассказываю про второй способ, как скачать с Ютуба, да? Вот теперь давайте вот YouTube. Переходим к этому видео на YouTube, да? Вот. И жмем, и точнее прописываем две буквы S английскую. И вас переносит тоже на сайт, где также можно скачать видео без установки. Вот. Они нашли ссылочку, видите, да? Скачать, так. Вот в любом разрешении. Нажимаете и жмете скачать. Да. Ничего нахуй, ничего не надо. Тут другого. Ну, если вы, конечно, вот постоянно не хотите заходить на этот сайт, да, качать. Здесь можно скачать эту программу. У вас именно на сайте высветится рядом иконка скачать, то есть вам не придется с сайта заходить. Ну, смотрите, это уже на ваше усмотрение. Я вам показал способ, два способа, вот, при которых не надо установить такие программы, просто заходишь на сайт, качаешь, все просто и все быстро и просто. Поэтому за то, что я старался, искал, обязательно ставь лайк и подписывайся. Обязательно. Все, до новых встреч, пока.